красивый сумах, оленерогий осенью. Здесь пошли отводки. Там уже начало катальпу забивать. Я смотрю, что уже и к этой катальпе перешло. Скоро, наверное, до Альбиции дойдет сюда. Там еще я специально высадил. Но я смотрю, что коза уже пасется прямо там, где высаживалась. Коза съела. Начинает отрастать молоденькая. Здесь я еще посадил отводки в нескольких ямках. Но здесь ничего нет и, по-видимому, не будет. Потому что козы срываются и... Вот, и... Ничего не остается. А вот такая хорошая Альбиция. Большая. Ну, в высоту особенно она не идет у нас. Но так в ширину. И потихоньку уже начинают, вот в этом году, в прошлом уже начинает потихоньку идти в высоту. А вот, допустим, Альбиция слабенькая. Будем ее в скором времени пересаживать. Еще показываю с левой и с правой стороны. Ну вот, с правой стороны от дома. И вот здесь вот соседские, это огромные уже заросли чумака или айланта. У нас вонючкой называют. А вот это сумах. Смотрите, какой красавец. Давайте, чтобы не идти, чуть-чуть приблизим.